Step one. Wake up, really gonna rise with the sun. Step two. Хэллоуинская бельгийская шляпка. Дружочек. Какая офигенская. Для истинных хэллоуинских королев. Куклы, скажем так, девочки. Хэллоуинский образ. Ну, так сказать, модный, стильно молодежный. Это просто какой-то кошмар. Представляю вашему вниманию кусок. Алоха, с вами Алекс Ли, звезда Криплоха. Как вам мой сегодняшний хэллоуинский образ? Мне кажется, что выглядит просто обалденно, особенно эта шляпа, я в нее просто-просто влюблена. Вы посмотрите, какая она шикарная хэллоуинская бельгийская шляпка. В общем, в этом ролике вы вместе со мной дадите ваш шанс, чтобы посмотреть, что там интересненького к Хэллоуину. Погнали! Как вы думаете, сможем ли мы до Нового года набрать 1000 подписчиков на этом канале? Я уверена, что сможем. И если это произойдет, 31 декабря вы увидите меня в очень новом образе. Обязательно досматривайте это видео до конца, потому что именно в конце я забрела в отдел одежды и решила собрать образ на Хэллоуин. Это получилось очень-очень забавно и смешно, поверьте. Я уже в Ашане, посмотрите, какие здесь милые свечки. Вот свечки мне вообще очень нравятся. Смотрите, какая офигенская. Вообще. Вот такие шляпки еще есть. Смотрите. Мода, красота. Для истинных хэллоуинских королев. Так. Вот это вообще тема, я считаю. Не, конечно, для экологии это плохо, но тем не менее. Вот. Это такой фонарик, кстати. Было бы вообще прикольно, если бы он в виде тыквы был. Вот, я не знаю, ну, скорее всего, просто обычно вот такой круглый, вот, не видит их. Есть еще очки, вот, это вот такие маски, да, прикольно, прикольно, что сказать. Ну, вот эти такие просто пластиковые, вот это вообще круто. Нет, ну просто эти фонарики, как их называют, светильнички, свечки, они вынуждают меня их купить. О, смотрите, она реально зажигается. Сколько стоит? 99 со скидкой, кстати, ого. Вот. Блин, да, она же с фитильком получается, да. Но она, скорее всего, будет вытекать. Понятное дело, воск будет вытекать. Скорее всего, у меня была наподобие. Вот. И когда вот эта штучка наполнялась... Надеюсь, вы поняли, почему она наполнялась, то у вас начинал вытекать. Блин, ну посмотрите, какая-то милота. Я не могу просто. Есть еще вот такие свечки, но очки-то не очень красивые. Там обычная пленка. И кровь. Вот это явно кто-то пробовал. Вот такая. Так, ну что, мы пришли к самому просто прикольному. Пальцы. Вот. Это типа ободка, скорее всего. Типа, о, это вообще на шею одевается, вы посмотрите. Я думала, это на голову, типа нож в голове. Нож в голове. Странно. Шарики. Это заколка. О, прикиньте, какая классная. Мне нравится вообще. Это такой нос с бородавкой. Ух ты, какой ободочек. Ну, конечно, какой-то у него очень качественный. Глаза вот такие есть. Зубы. Я так хотела эти зубы. Ну, вот. Здесь какая-то упаковка не совсем надежная. Я не уверена, что они это безопасные. Суть в этом гигиена. Вот, маска, жучки маленькие для приколов, вот их цена, маска, это на окно, скорее всего, клеится, это всякие брелочки, а вот это вообще, вы посмотрите, это типа татуировка переводная на лицо. Я не знаю, классно она будет смотреться или нет, если прям на все лицо наклеить. Вот. Паутина с пауками. Я вам покажу, что осталось с моей паутиной из фикс-прайса.
Я предполагала, конечно, что она на один день. Вот. Но я покажу, что с ней случилось. Так, это браслетик. Посмотрите, какой мягенький, миленький. Так, фонарик с проектором. Какая паутина. С паучком. Нет, твердый. Был мягкий, вообще прикольно было. Вот такая паутинка. И еще есть вот такие штуки. Это украшение подвеска. Вот. На дверь можно повешать, на окно. Вот за ручку, например. Вот. Есть еще видео череп. Забыла вам показать, какие еще рюкзачки. Побольше есть. Куклы, скажем так. Ну, у меня наподобие есть. Тоже вам покажу. Я в прошлом году закупалась. В этом году практически ничего не брала. Вот. И сейчас еще покажу, какие есть. Какая маленькая милая головка, вы посмотрите. Кстати, выглядит, я бы сказала, на камере особенно достаточно страшно. Вот. Есть еще девочка. Хотела вам еще показать вот такую кружку. Она, конечно, стоит не в отделе Хэллоуин, но мне кажется, она очень хорошо к нему подходит. Из всех товаров, которые были представлены в Ашане к Хэллоуину, мне больше всего понравились свечи. Они были такие красивые, такие милые, всякие разные, какие хочешь, на любой вкус просто. Идем в магазин одежды выбирать хэллоуинский образ. Мода стильно молодежная, все по моде, оверсайз. Вообще я хотела к этим штанам вот этот топ. Вы просто посмотрите, какой он классный. Мне очень понравился, но это размер M, чтобы вы понимали, у меня размер M. И он мне вообще не налез на меня. Очень-очень маленький, поэтому я не стала его, могу, конечно же, показывать. Вот. Правда, я не знаю, о чем я думала в тот момент, когда я комбинировала эти джинсы с этой футболкой, потому что это просто сочетание несочетаемого получилось, это просто какой-то кошмар. Джинсы обалденные, не спорю, они просто мне очень-очень понравились. Ну, блин, мне кажется, что это бы смотрелось просто офигенно, если бы топ был немножко покачественнее, по размеру побольше. Вот. Это бы смотрелось просто невероятно классно. И еще зайдем в фикс прайс. Как же без него? Как вы поняли, выбор в фикс-прайсе был очень-очень маленький, мне там ничего не понравилось. Какие-то вязаные тыквы. А, нет, понравился. Мне уже какой год подряд нравится вот эта кружка в виде черепа. Вот, просто обалденная, все остальное так себе, мне особо не понравилось. Но зато, понимаете, там уже полностью новогоднее настроение, там целый стенд с новогодними игрушками, всякими разными украшениями. Поэтому для поднятия новогоднего настроения я вам засняла такой маленький кусочек новогоднего декора, который мне понравился больше всего. Там такая коробочка в коробочке маленький, кролик, и еще, по-моему, были щенки. Вот, в общем, сейчас все сами увидите. Что же произошло с этой прекрасной паутиной? Представляю вашему вниманию кусок ваты с где-то закопанными паучками. Вот. Это, конечно, капец полный, просто оно не распрямляется даже уже. Вот. Как-то так. Ну, кстати, сейчас на камере вот так, да, это выглядит очень даже классно. Но, блин, вот. То есть, если это куда-то на стену повешать, то оно выглядит очень-очень странно и не совсем красиво, если честно. Поэтому это либо одноразовая штучка,
Вот. Либо этим нужно пользоваться настолько аккуратно, чтобы это все аккуратно развернуть, аккуратненько свернуть. Но я не думаю, что это получится сделать на самом деле. Вот здесь, видите, паучочечки зарыты. Их тут, по-моему, 3 штуки было. Это я покупала в прошлом году в Фикспрессе тоже. Вот такие вот паучки маленькие. Надеюсь, вам видно там было его. Сейчас вот так вот. Вот, все, теперь точно видно. Короче, вот такой кусок пряжи, ваты, чего-то такого. Но я его все равно оставлю. Вот, потому что, в принципе, на видео он смотрится вроде как и ничего. Это сейчас смотрю, да, вроде нормально. Но вживую это, конечно, вообще. Еще для Хэллоуина, как вы уже заметили, на фоне сидит вот он мой дружочек. И также есть вот такая гирляндочка. Вот, тоже уже немножко запуталась. Я ее покупала в прошлом году в Фикспрессе. Вот, в этом году я таких не видела гирлянд. Это вот такие скелетики на веревочке. Мне, в принципе, нравится, как это выглядит. Если еще сюда добавить какую-то гирлянду, прям реально светящуюся, да, светящуюся, вот, то это будет выглядеть, мне кажется, вообще очень классно. Такая вот. Здесь 4 скелетика. Если купить несколько таких гирлянд, я думаю, их можно вместе соединить. И будет очень даже интересно. Вот, говорю, особенно если добавить еще настоящих огонечков сюда. Смотрите, какой у меня есть еще жук. Я не помню, откуда он у меня взялся. Вот такой вот паучочек миленький. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока!